Здравствуйте, друзья! С вами Рима и канал Рима Кухня-Огород. Сегодня у нас с вами 29 марта, и уже вовсю пора сажать семена астры на рассаду. У меня в этот раз будет королевский размер бело-пионовидная, астра пионовидная, абрикосовая. И если вот будет такого цвета, то это будет бомба по окраске. Мне очень она понравилась, вот эта окраска. Потом тигровые когти рубиновые. Это астра у нас игольчатая. Обыкновенная астра Красной башни. Классическая. Это хрустальная башня. Это типа седой дамы. И вот тоже обыкновенный, уж классический королевский размер. Смесь сортов. В общем, взяла я контейнер. Туда насыпала покупной земли. Сантиметров 8-9. Потом сверху разровняла. Сверху потом я засыпала вот таким вот такой смесью. Здесь у меня кокосовый субстрат и вермикулит. Такая получилась воздушная хорошая смесь. Сюда я насыпала сверху покупной земли тоже этого субстрата, перемешивана с вермикулитом, где-то пол сантиметра. Ну, пол сантиметра 7, пол сантиметра 7. Ну или там сколько, 7 миллиметров, 5-7 миллиметров, вот в общем так, точнее быть. Все выровняла своим, как он называется, ну в общем, молоточком вот таким. Лопаточкой-молоточком. Сейчас буду приступать к посеву астры. Астры я все перемешала, положила в одну тарелочку. Мне не принципиально астра по сортам, поэтому я все перемешала. Сейчас я и буду раскладывать. Ну вот, друзья, более или менее равномерно наложила, разложила семена астры. Чуть-чуть я придавливаю своим молоточком. Вот. Утрамбовываю, вдавливаю как бы их туда в землю. Так, я их утрамбовала. Теперь я буду слегка-слегка засыпать опять вот своим вот этим вот составом. Кокос и вермикулит. Мягенькая, хорошенькая, такая влажноватая. Сейчас засыплю, потом покажу. Так, ну вот присыпала я буквально вот там 1,5-2 миллиметра вот этим вот легким субстратом. Так, сейчас опять придавлю своим молоточком, чтобы было ровненько, соприкосновение было с землей, семян хорошее. В общем, снизу кокос с вермикулитом, сверху кокос с вермикулитом. Эти два и кокос и вермикулит, они полностью стерильны, так что будет очень даже замечательно, потому что астра боится всяких разных вот этих грибковых заболеваний. Так, все, разровняла я. И теперь я вот здесь вот развела. Сейчас я вам скажу для полива. Здесь я развела на пол литра воды. Я взяла, так, пол грамма, 0,5 грамма калиевой селитры. Одну столовую ложку янтарной кислоты и пол чайной ложки гумата калия. И вот этим я раствором пролью. Вот у меня такая леечка хорошая есть. Так, все, я пролила. Вот эти все пол-литра у меня ушли на этот контейнер. Контейнер такой немаленький, среднего размера. В общем, вот. Сейчас я закрою пленкой и будем ждать всходов астры. Сейчас я ее поставлю в котельную. Как только появятся первые петельки, я сразу вынесу на балкон. Астра тоже не боится холода. Ну все, пока-пока, друзья. Сейчас я ее затяну пленкой. Говорила, нет ли я. Затяну пленкой, поставлю в тепло. Все, пока-пока, друзья. Всего хорошего. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто зашел на мой канал, подписывайтесь, поддержите меня. Всего хорошего!